Эй, Венера, ты что, увлеклась пони? Да, я теперь брони, ибо пони всегда были, есть и будут актуальны. Forever! А вообще, я просто хочу подлизаться к фанатам пони, чтобы больше лайков срубить. Эй, девчонки, я сегодня читала комменты к Машкиным видео на ютубе, и знаете, что я там прочла? Что если написать комментарий к 5 видео, хлопнуть себя по лбу, станцевать кан-кан, а потом глянуть под стол, найдешь там монстряшку? Зря не верите, это, между прочим, реально работает. Я так утром 1 января сделала и нашла под столом пьяную Вики. А так, ее еще бы дней 5 искали. Да уймитесь вы, я не о том. Многие в комментариях пишут, что на нашем канале нет добрых и милых видео. Одни ужастики, и я... А я ей говорила, не ешь так много булочек с маком. Мало того, что от них тухис вширь растет, так еще и глюки странные приходят. Короче, надо с этим что-то делать. Давайте снимем что-нибудь детское, с рейтингом не выше 6+. И как ты себе это представляешь? Ну, давайте спектакль какой-нибудь поставим. Белоснежку, например. Я согласна! На что это ты согласна? Мы тебе еще ничего не предлагали. Я согласна играть Белоснежку. А почему это ты должна быть Белоснежкой? То, что по канону ты ее дочь, еще ничего не значит. Белоснежкой буду я. Ты будешь Белоснежкой? Ты давно в зеркало смотрелась. Ты же зеленая. Значит, я буду зеленотравкой. А что, звучит прикольно. Венера, роль твоя. Да вы с ума сошли. А кем же я тогда буду? А ты будешь главной по подбору актеров. Давай, иди ищи нам гномов.